В Упорово в теплицах агрофирмы «Крим» созрел первый урожай огурцов. 700 корней высадили в начале мая, а сейчас приступили к сбору овощей. Огурцы собирают вручную, сортируют по размеру и качеству. Пока большую часть урожая скупают сотрудники предприятия, а скоро продукцию начнут поставлять в магазины. Собираем мы сейчас еще пока через день. Ну, где-то килограмм 150-160. У нас еще садится 4 теплицы, помимо вот этой овощной, огурцов. И как бы там получается, мы еще работаем, что-то садим, что-то посынкуем, что-то рыхлим. Так что вот этим занимаемся сейчас. Помимо огурцов, в большой теплице выращивают сладкие перцы, помидоры и баклажаны. Они созреют во второй половине июля.